куды я еду, чего я еду. Интернет не работает, карты не видно. Еду наугад. Надо было хоть бумажную взять какую-нибудь. Но говорят, очень красиво озеро. Не знаю. Пока моей машине эта дорога явно не нравится. Да и мне, если честно, такие уклоны не сильно нравятся. Как бы не кульнуться тут. Тинц. Но я врать не буду. Я сперва сюда прошел. Прежде чем ехать. Но когда сидишь за рулем, как-то немного другие впечатления от дороги. Но так, вообще, судя по тому, что дорога, в общем-то, езженная, наверное, тут все-таки выживаемость большая рыбаку. Конечно, к озеру я не поеду, чувствую. Но вот на этом холмике, наверное, остановлюсь я. Что у нас там дальше? Тири-ди-дин. Тири-ди-дин. Вот такое вот. ГАИ усилит контроль на дорогах. Это интересно. Ну вот, такое тут озеро. Ставим на ручничок. Выключаем тщательно, ставим на первую передачу. Не покатился? Не, вроде не покатился. Надо еще камешек под колесо положить на всякий случай. Хорошая природа. Вот мы на природе. Как нам и было обещано. Пойдем глянем на саму природу, собственно. Природа. Природа. Природу мы любим. Мы как бы едины с природой. Ну, как нам природа тут покажет? О, природа тут классная. Ничего не скажешь. Вот это природа. Это природа. Надо вторым телефоном поснимать, а то этот... Что-то мне не нравится этот мутный какой-то. Ну, представление дает. Вон там на холме наше транспортное средство стоит. Надо, наверное, камничек все-таки положить под колесо на всякий случай. Все-таки лучше перестраховаться. Вот такое озеро. Пока не знаю даже, как называется. Но красиво. Диковато, конечно, по берегу никого нет. Ладно, посмотрим, что тут будет дальше.